Скорее всего, это должно выглядеть как-то вот так. Только 660 нанометровыми светодиодами с красными. Работает вся эта канитель от USB. Это белые светодиоды. Вам понадобятся, видимо, красные. Изготовлен прототип 660 нанометровый диапазон светового облучения, проникающего действия в межбиологические клеточные ткани. Работает от USB 5 вольт. Очень удобно, можно подключить как от пауэрбанка, так и от обычной зарядки телефона. Целевое использование просвечивания биологической клеточной структуры. Охлаждение светодиодов и блока питания, встроенного в светоизлучатель, осуществляется прозрачным диэлектрическим хладогеном, который позволяет быстро отводить тепловую энергию, при этом позволяя устройству работать годами, при этом не изменяя его цветовые и световые характеристики. Для автономной работы можно использовать Powerbank USB 5 Вольт. Это очень удобно в тех местах, где отсутствует электропитание. Просвечивание ткани руки, ладони, проникающего спектра 660 нанометрового диапазона светового. Спектрофотометр фиксирует 660 нанометров, как и изначально было предусмотрено. Далее были проведены испытания на работоспособность. Благодарю за внимание.